Всем привет, дорогие зрители, с вами Ниагара. Начнем эту серию с момента на пляже. Я заработала здесь алмазик, и здесь что-то не получается. Да, и ладно, давайте заглянем. Что у нас есть? 37. А что мне надо купить? Ага. Ну давайте вот это купим. Чумодан. А, чечи. Хорошо, 12 остается на 28. Может быть и не хватит. Ну и ладно. Новая локация прикольная. Поехали, 55 уровень, трижды. Обслужите как минимум 2 сидящих рядом пассажиров в креслах. 2 сидящих рядом, трижды. Чё так сложно? Зачем? Местная знаменитость. Я читал тебе в новостях, Кайл. Герой снакварских авиалиний. Ну, герой, это чересчур. Ну, спасибо, Адриан. Как твои дела? Все отлично. Кто бы мог подумать, что работа в службе безопасности такая захватывающая. И ты не поверишь, что только люди не кладут чемоданы, а на экране видно все. Как ты справляешься со своими фобиями? Разве тут не полно микробов? Антисептик. Сам покупаю. Кроме того, ты не поверишь, как много людей забывают о правилах провоза жидкостей. Да, привет, Эмбер. Как у тебя дела? Столько всего случилось за то короткое время, что ты с нами. Немного трудно во все это поверить, но я в порядке, Адриан. Спасибо, что спросил. Я здесь, если захочешь поговорить, когда угодно. Спасибо, Адриан. Рядом сидящих, а они, надеюсь, будут просить что-нибудь. Так, это что, чтобы быстро наливалось, но нам лучше сиденье покруче, да? Поехали. Ну, я даже не знаю, ну давай сразу нальем что-нибудь. Ну вот как я должна обслуживать рядом сидящих, если рядом сидящий ничего не просит? Вот скажите, пожалуйста. Я не знаю, я сейчас... А, мне не хватает места, да, я же набрала напитков. Я же молодец. Я не знаю, как это будет происходить, если честно. Вот зелененький я тебе сейчас отдам. А, да, салат. Салат. А как мне? Мне нужно... Я вообще не понимаю, как это делать. Мне нужно дождаться, когда кто-то... Рядом сидящий что-то еще закажет или как? Если честно, это очень странно. Задание такое капец, конечно. А что оно? Эй! Но они не заказывают. Ну вот сейчас рядом сидящий. Но мне нужно как будто бы подряд, типа... Хорошо, наверное, придется переигрывать. Но давайте вот сейчас подожду. Кто-нибудь из сидящих закажет что-нибудь. А, вот смотри, я сейчас этому отдала. Вот это считается рядом сидящими, нет? Или только вот эти сидящие? Ну вот. Я сейчас обслуживаю только их. Вот смотри. Нам не засчитают? Не считается, прикиньте. Я вот сейчас вот эту подожду, чтобы она заказала. Он там сейчас нервничает, конечно. Они специально это делают, чтобы я не получила эти звезды. Так, бар не считается. Но она не заказывает. Как выполнять это задание, я не понимаю. Сейчас буду специально ждать, чтобы кто-то соседний заказал. И проверим вот здесь. Вот он все, он психует уже. Ладно. Вот, значит, бокал берем, допустим. Так, я подхожу сюда и сюда. Это сработает, интересно? Если сработает, ну, я не знаю, очень странное здание. Может быть, и не будем его выполнять. Кто на мега дурацкая? Ну, вот и ей. И ему. Нет! Значит, я неправильно поняла. Трижды обслужите как минимум 2 сидящих рядом пассажиров в креслах. А, в креслах. Ну, все правильно, не дочитала. Ну, вот же, смотрите.
Два сидящих в креслах я обслужила. Прямо вот сейчас. И мне не засчиталось. В пень тогда. Давайте снова и не буду я это выполнять. Которым да. Это сейчас пропустим. Нажмем играть, да и все. Потому что, видели, оно как будто бы не срабатывает. Или я не так понимаю. Два сидящих рядом. Вот они сидят рядом. Что им еще от меня надо было? Так. А еще интересно, можно сюда докупить кресло или их только два? Я просто этот уровень пройду, да и все. Так, пожалуйста. Если они такое задание дают, тогда они должны давать какую-то возможность, чтобы сосед тоже одновременно заказывал, чтобы у меня это выполнялось. А иначе это все как-то бессмысленно, беспощадно. Ну вот смотрите, вот опять они сидят рядом. А если я вот... Ну, типа, и мне тогда не отвлекаться на других и вообще подряд двоих обслуживать. Ну, я не знаю. Это чушь. Это же чушь. Так, мышка. Дурацкое задание, если честно. И из всех вот таких игр, сколько много я их уже прошла, первый раз такое вижу. Дебильное, нелогичное какое-то. И трудновыполнимое. Ну, там тоже вот, где я пыталась получить алмазики. Вот смотрите, сейчас опять вот они двое, да? Я же к ним подошла. Минимум 3 раза подряд. То есть на этих вообще тогда плевать, что ли? Нужно все время обслуживать тех, кто сидит рядом. В общем, там у меня тоже так же не получалось, потому что... Не получалось, потому что... И все. Так. Ну, я плюну, что я буду мучиться. В итоге эти наклейки, знаете, ну вот на которые мы зарабатываем алмазы, не прям что-то супер важное. Так. То все спинки поправляли, сейчас все ноги поправляют. Отпустим, чтобы не толпились, не стояли, не толпились. Так, сюда. Так, салат Амары. Хочется тыкнуть, вот как просто, типа, она должна подойти и побежать дальше. А тут показывать надо. Сюда беги. Может быть, это на среднем уровне так иногда сложно получить 3 звездочки те же. Или алмазик. Так.
Параллельно, я вот заметила, они прям редко заказывают, кто рядом сидит. Ну, напишите, да, если что, если кто-то знает, как это задание должно выглядеть. Мне там вот один, типа, выполнилось, но я даже не заметила, когда. Когда сие счастье-то со мной произошло. Так. Вот здесь-то вот, наверное, и проще всего было бы в баре считать, да? Они садятся все равно рядом. И ты им тут хоп-хоп налил. Так, сейчас она пусть постоит пока. Оп. Ну чё, пойдемте рассчитываться. Отлично. Ну, 3 звездочки, но задание непонятное. Ладно, пофиг. Ай-яй, какая красота. Пляжи в Новой Каледонии и правда прекрасные. Так что, Амбер, я недавно видела Кларка, он выглядел разочарованным. Так что случилось? Мне казалось, он тебе нравился. Нравился и нравится, он удивительный. Но дело не в нем, просто я не могу кое-кого забыть. Что ты имеешь в виду? Если он тебе нравится, можешь за ним приударить. Нет-нет-нет, я не поэтому спрашиваю. Я давно уже к нему охладела. Нет такого мужчины, которого Памела станет дожидаться. И мы, девочки, отлично чувствуем себя, а сами по себе не так ли? Ну, давай же, за первый круг плачу я. М? 56 уровень, сейчас посмотрим. Проследите, чтобы бокалы не закончились. Вот это я понимаю. Да, мне кажется, это они. Это они посадили самолет на воду и эвакуировали всех в безопасное место. Как такое вообще возможно? Представить не могу. Да, мне было бы трудно совладать с собой. Скорее всего, толку бы от меня не было. Всегда хотела стать стюардессой. Наверное, такая работа сплошное приключение, путешествие. Встречи с кучей новых людей, разные кухни мира. Так, а нам купить-то особо и нечего. 450. А 600 это чтобы было... от этого бара никакого толка? Просто заплатить? Да вы изверги. Ладно. Так. Мне нужно постоянно подкидывать бокалы. Все. В этом уровне только так. Апельсиновый нам еще не добавили. Бутылка еще присоединилась. Но на картинке выглядит все такая же. Красненькая. Так, Амарчик. Амарчик уже к вам спешит. Сейчас я вам все покажу, где выходы, где входы. Вот так вот, короче, идете, эвакуируетесь вон туда. На-ка, 3 сердца. Я вот мужику уже сказала сесть, чё вот он мукнул и все, так и стоит. Так, сейчас бегу. Ага, напиток придется подождать. Ишь, какой вододуй оказался. Сейчас держи на. Блин, салат. Салат был 3-м, так что подождет сейчас. Вон что, как резво зазаказывали, видели?
А когда надо было, чтобы они там в одном кресле... в одном кресле... В соседних что-то заказывали, так они в разнобой заказывали. Не, короче, какая-то. Мышку не успела нажать. Стоп! Да кто там всего бесит? Угу. Отпусти его. Нервных нам тут не надо. Так. Легче мини-игры не встречала. Просто опускаешь ноги. Ну, сложнее же гораздо это. Показывать руками или крутить бинт вот этот. Мотать там надо. Так. Ну, пока вроде нормально, да, все идет. Подождите, что синенький поставь. Что-то одновременно все пить хотят. И подкинь, потому что один. Сейчас резко закончится. Они специально, конечно же, заказывают напитки, чтобы я не выполнила свое задание. Сейчас сразу и то прихватим. Так. Хорошо, что вот эти подкидывать не надо, они бесконечные тут. Кухня, наверное, у нас там это затарено на полную на самолете. Под завязочку. Пончик. Этот скромный. Просил пончик. Хотя его задача выманить у меня все бокалы. Так. Вообще бар такой большой, странно, что всего два места, да, дали, а не вот тут вот еще. Может, посчитали, что и так достаточно на экране этих. Кто меня дергает туда-сюда? Так, штопор. Это что? Что, они там стоят счастливые? Все у вас хорошо? Улыбаетесь? Отлично. Так, и надо подкинуть, потому что... А, ну хотя два. Два еще нормально. Два это хорошо. Пойду пощу. Чинк. Блинчики захотелось. Угу. Так, тут показывать опять. Еще бы оно всегда срабатывало, вообще было бы чудно. Ну хорошо, идем. Даже беспокоиться не о чем. Бокалы не кончились. Задание выполнено. Ну все. Если больше никто ничего не закажет, то докидывать не надо. Вот это еще может быть. Хотя нет. Все, можно идти отпускать. Вот. Да, ну я понимаю, хороший уровень. Хороший, понятный, да? И все получилось замечательно. Эмбер, можно тебя на пару слов?
Конечно. Мне нужна твоя помощь, Эмбер. Я должен принять решение. Конечно, что такое? Расскажи мне, Карен. Я так понял, у вас были разногласия. Думаю, ей казалось, что я не подходила экипажу. Может, я совершила пару ошибок? Мне так не кажется. Расскажи, как ты справилась с этим. Ну, я сомневалась в себе какое-то время. В конце концов, она изменила свое мнение и извинилась за то, что не верила в меня. Рад это слышать. Спасибо, Эмбер. Увидимся завтра. Думаю, Карен всегда старалась поступать правильно. Как и ты, Эмбер. Что у нас открылся 28-й? А, сегодня отвратительная погода. Так. И что? А, видимо, будет опять как-то трясти или что-то такое. Гаснуть свет. У нас было такое, помните? Так, ему тоже омарочка притащить. Сейчас. Ага. О, какие стали, видите, маленькие? Но мы уже люди опытные, мы знаем, как это делать. Так, блинчик. А где блин? А, ого. Переместилось все. Понятно. Так, салатик сюда. И нальем. Ой, попить. Ну, краны-то вот с этими напитками не должны менять, наверное, свое положение. Тихо. Да, краны не должны менять. Так, пончик где? Пончик переехал. Так. Амарочки. Чинк-чинк. А, это меня не беспокоит. Это легко. Реально, вот это место на пляже, оно какое-то сложное оказалось для меня почему-то. Так, блинчики мне надо. Блинчики на место приехали. Так, тут сразу несколько действий. Два. Необременительно, нормально. Синенькое нальем. Так, и мне нужно. И бутылки не меняют положение, да? Три бокала. Так. Угу. Ну что, пойдем отпустим? Сейчас затрясет как раз. Так, блин, затолкали наверх. Сейчас, подождите, мне еще бокалы надо подкинуть. Этого прихвати сразу. Ага. Рядом стояла, так за одно уж. Блинчики и омарочка. Угу. Да подождите, ничего не видать. Так, ага. Сюда. Тут подправить и еще взять блинчики. Блинчики сюда несутся. Со скоростью света, между прочим. Так, оп. Для меня несложная вот эта мини-игрушечка. Фигня. Так, синенькая. Налили, потащили. Амар сюда. Блин. Взяла, нет? Взяла. Молодец. Он съехал в другую локацию. Так, так. Ага. Марочки, блинчики. Еще блинчик. Ну, подкинуть, наверное, этих стакашков, нет? Или все используют? А Мар сейчас уедет. Ага.
несложно, быстро замечаю, куда переместились, так что... Так, показываем. Чудно. Их так трясет, а люди в бар прутся. А, где? Где? Не. Так, наливаю. Да подайте женщине стакан отдать. Не трясите. О, я тут еще один. Любитель напиточков. Угу. К девушке надо подойти. И салат, блинчики, блинчики, салат. Блинчики быстро, салат. Там еще чинг-чинг надо делать. Вот, поехали. Ну что, успеваем? Нам еще одну звездочку надо. Да подождите, дайте Амара взять. Пончик. Так, блинчики как раз рядом со мной, отлично. Пойду подкину. Так, сюда ты садись, я за салатом. Тудым-сюдым. Угу. Наливаем. Надо отпустить. Так, еще девушка пришла. Два зелененьких. Ща, погодите. Ваши стаканы кончились. Ну вот куда вас только в бар-то прется? Видите, трясет. Самолет. Кончилось. Блин, хватит ли мне? Я надеюсь, что хватит. Я ведь нигде даже не косячу, никто не возмущался, не орал, да, смотрите. Да, да. Кое-как, но хватило. Ничего. Замечательно. Так, и сколько мне осталось накопить? Дайте-ка глянем. Там было что-то. 28, у меня 16. Наверное, не накопим. О, знаете, что за новости у Элизы? Ого, Элиза, ты сегодня светишься? Так и есть, я не хотела никому говорить, но я слишком взволнована. О, звучит загадочно, так что за секрет. Ну, попробуй угадать. Тарига. Ничего не тратить не буду. Узнай, что за новости. Так, трясти нас не должно. Так что... Будем просто работать. Кто придумал салат вот так дергать? Очень странно. Угу. Так, работаем. Работаем. Ты вот там вот рядом стоишь, могла бы и подать мне бутылку. Секрет у нее. Синенького налить, эту посадить надо. Ей тоже синенько. Блин, у меня там еще блины. Успею за ними. У меня уже время ожидания кончилось. Очень оно какое-то быстрое. Нечестно. Вот это вот шкала, которая идет у них вниз. Типа радостное ожидание, а потом ты бесишь уже. Вообще. Только не говори, что получила новую работу. Нет, попробуй еще. Зелененько сразу наливаем. Успеваем везде. И всюду сразу отдам. Салат Амар. Салат сюда. Угу.
Что она там за секрет у нее? Что она хочет сообщить? Где? Не вижу. Стой. Не вижу. Так. Не вижу. Нету нигде ушей. Где ты, серая морда? На. Так. Табиком бегай. Видишь, как быстро у них? Терпение. Тренька уже и кончилась. Так вот и уплывает мое золото. Подкину все равно еще. Так, пончик. Стоит, ждет, чтобы рассказать свой секрет. Секрет на секрет. Ага, несу. А что там у нас? Где мои звезды? Хорошо же работаем-то. Так. Надо подойти. Блин. Тебе досталось многомиллионное наследство. Ох, если бы. Еще разочек. Последняя попытка. Так. Угу. Зеленое что-то пьет. Тархун со льдом. Отпусти его. Он красненький, недовольный. Пусть уходит. Ну как недовольны? Недовольны они, когда у них прям там совсем мало сердец. Ну типа не золото, уже недоволен для меня, все. Так, надо подкинуть. Еще блинчик. А, раскидаем. Заодно секрет узнаю. Ну что, все? Минутка перерыва была. Да ничего не вижу. Вот, ну вот зачем вот так делать? На весь экран писать. Угу. Так, ну что, последняя попытка. Ты научилась играть на гитаре, и мы наконец можем собрать группу. О-о-о. Было бы здорово, но нет. Так а что тогда? Ну что поделать, ребята? Радость проживания в многоквартирном доме. У него тоже выходной. Он решил не отдыхать. Сосед, я имею в виду. Так, что у тебя, блинчики? Давай. Еще блинчики сюда. Так. Марчик. Так что? В итоге-то она нам ничего не рассказала. Мы ждали. Три раза ее спрашивали. А она все такая, нет, сиди, угадывай. Не люблю, когда так делают. Давай, рассказывай нормально, да и все. Чем сидеть, угадывать? Типа делать нечего. Видишь, я вся в работе, я бегаю, ношусь тут, как с ума сошла. У меня вон сколько людей. Аж не успеваю некогда присесть. Так, тоже присядь, пожалуйста. Сюда. Блин, козёл, обломал мне вообще запись. Имеет право, что он в своем доме там что-то делает. Ну,
три звезды, отлично. Все, я отпускаю народ, и у нас все прекрасно. Быть не может, ты беременна? Да, я так счастлива. А у нее же там и так 500 детей. Ух ты, поверить не могу. Ты замечательная мать, ты же знаешь, ребенку очень повезло с тобой. Спасибо, Эмбер, надо еще о многом подумать, но я так рада. Значит, ты уйдешь в декрет на какое-то время, да? Так и есть, во время беременности не особо полетаешь. Работа не из простых, в общем-то. Мне будет не хватать моей лучшей подруги. Ах, Эмбер, спасибо, я тоже буду по тебе скучать. Ты же знаешь, что я буду заглядывать. Просто так от меня не отделаешься. Только попробуй не прийти, и сорванцов приводи всех вместе, как только сможешь. Что ж, чудненько. Давайте 58-й еще посмотрим в этой серии. Получите 12. Значит, мне надо нормально вино наливать, а я это делаю просто профессионально. Так что я не волнуюсь. Это вам не показывать входы и выходы. Я там переигрывала, если не соврать, раз 5, наверное. Привет, Эмбер. Можно тебя встретить в аэропорту? Тед Дэвид, он хочет забрать меня после перелета. А ты, похоже, пользуешься популярностью в Снакварде. Конечно, Дэвид, спасибо. У меня для тебя сюрприз. Я беременный. Он говорит, у него для меня сюрприз. О, кажется, я знаю, чем это закончится. Ощущение дежавю. Зуб, да и он признается тебе в любви. Эмбер, сердцеедка. Похоже на название песни или что-то в этом роде. Угу. А мы можем сразу и вот это вот улучшить, да? Ну, давай, лучше пусть быстрее наливается. Потому что они напитки заказывают, чтобы я вот не мучилась. Угу. Вы давайте вино-то заказывайте. Чтобы у меня выполнилось задание. 12, блин, сердечко. Вот наш человек. Женщина. Оп. Так, замечательно. Еще трое у меня осталось. Кто закажет вино? Эти все газировку какую-то дуют. Сидят. Так, давай это подкидаем. Тут у меня, смотрите, гораздо лучше получается, да, ведь, чем на острове. Все-таки там как-то немножечко, видимо, не рассчитано. Какие-то моменты не рассчитаны там геймдизайнерами. Так. Здесь же вот все получается. Нормально получается. Обстрее. Вот опять же, но насколько у них мало терпения. Я буквально нигде не задержусь, тут же вот увидела у него задание, да, побежала ему наливать. Но терпение у него уже кончилось. Так не должно быть. Должно... Да вот три раза нажала и не сработало. Ему должно хватать терпения. Так, внимание, бутылка. Это наш человек. Наши три сердечка. Так, все хорошо. Все получится, я уверена. Подождешь со своими блинами. Я тут, видишь, народ. Мышка, 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 мышка. Мышка, ничего себе, видели, где видели? Там люди стоят, я вот край уха увидела. А если бы нет? Так нечестно тоже мышку прятать за людьми. Так, чё, где там любители вот этих вот напитков? Мне задание выполнить надо. Сейчас, 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 сейчас. Бегу, бегу, бегу.
почему-то иногда вот вообще прям чудно нажимается, да? Иногда жмякаешь, оно как будто не отвечает тебе. На. Пойду отпущу людей. Так. И подкинь там стакашки. Давайте заказывайте эти бутылки, блин, ё-моё. Мужик. Давай. Блин, амары. Какие амары? Ты же хочешь вот эту бутылочку зелененькую, например. Так, вот. Поехали. Женщина уже вторую бутылку пьет. Все, переигрывать? Да нет. Да ладно, давай, я успею. Не успела, все. Переигрывать. Заново, да. Потому что, видели, не попала вот в самую такую маленькую. Все, переигрывать только. Потому что все, уже следующего не будет. У нас там закончится время. И уже больше никто не закажет. Они всегда впритык делают. Я это уже у них заметила. Если у тебя какая-то мини-игра, всегда впритык. Вот этот же вот почему-то не три бокала заказал. Почему-то женщина не пила вторую бутылку, блин. И могла заказать поменьше бокалов. Так, да. Подкидываю. Угу. Заранее тут ничего наливать не буду. Придется еще разочек, ребята. А что делать? Хотя мне и так уже не хватит этих алмазов на ну, что там, наклейка или что там, на дневник. Это надо прошлое собрать. Хотя у меня там всего один не выполнен, по сути-то. Один алмазик. Может, и хватит. Это мы узнаем в последней серии. Сейчас, так, сейчас главное не профукать. Оп. Эти проще уже. Уж гусь, пойдем покажем, где эти выходы наконец-то. Вите, надо выйти, блин. Остановите. Все, нормально, видишь? 5 минут полет нормальный. Так. Угу. Подправить что-то. Где я что видела сзади, да, вот тут, ага. Так. У меня вот так тоже было, знаете, с этими... Показать-то, где эти выходы. Уже 3 сделала, там тоже 4 надо было человека. 3 нормальные, на 4-м сыпешься и начинаешь все заново. Конечно... Прикол, издевательство. Вот это вот. Угу. Ну лучше бы вы эту бутылочку сказали, чем эти выходы. И отпустить. Там народу уже много. Ну, нормальненько пока идем, я не буду каркать. Вот каждый раз говорю, все хорошо, а потом, блин. Переигрываем, ребята, заново. Так, вообще-то мне надо было сначала синий бокал налить, ну ладно. Но вот уже все. Режим ожидания, все. Так.
телефончик. О! Так, мужчине. Несу, сейчас главное не профукать. Он два всего. Какой молодец. Аж не засыпаться на последнем. Было бы замечательно. Так. Блинчики, омарчики. Пойдем отпустим. Золотая постоит пока, наверное, да? Угу. Золотко мое. По звездочкам вроде идем нормально. Мне остается вот это сделать. Самое главное. Звездочки ни на что не влияют. Чисто на самооценку, знаете. Я такой молодец, я сделал на 3 звезды. Ну где там последний? Кто закажет бутылку выпить? Мурик, это ты. Нет? Ну, ладно. У нас еще есть время. Эти в бар так они не заказывают. У них тут такое бокалами. Вот он. Этот человек. Ну все, давай, не подведи. Угу. Е-е-е-е! Это победа! Так, сюда. Ну все, можно расслабиться. Этих вот отпущу. Amazing. Дофига народу. И звездочка будет у нас тоже. Так что прекрасно. Прекрасное завершение серии. Вот эта женщина будет что-то просить и просить. Угу. Показать ей выходы. Один раз всего показывают перед взлетом. Не индивидуально уж точно. Все, 3 звезды. Отлично. Так. Все? Да, отпускаю. Хорошо. Что я говорила? Удачи, сердцеедка. Ладно, не завидуй. Спасибо, Дэвид, они прекрасны. Значит, они идеально тебе подходят. Дэвид. Не надо, прости, но я должен тебе кое-что сказать. Ты вряд ли удивишься, но я все равно должен это сказать. Я знаю тебя много лет, и я узнал тебя со всех сторон и люблю каждую из них. Ты умная, изобретательная, отзывчивая, и ты не отступаешь от своей мечты. Даже когда ты злишься, я вижу в тебе красоту и силу. И наша дружба для меня самая ценная в жизни, поэтому я никак не мог решиться сказать тебе, но... Я давно в тебя влюблен, очень давно на самом деле. О, Дэвид, ты самый добрый человек в мире и всегда поддерживал меня. Я знаю, было нелегко набраться смелости и сказать мне это все. Просто мне нужно разобраться кое с кем, прежде чем начинать отношения. Я знаю этого человека. Да. Я понимаю, правда. Я знаю, с чем ты хочешь разобраться, мне стоило бы догадаться.
Эмбер. Удачи. Спасибо, Дэвид. Без тебя я не смогла бы всего этого достичь. Ну, посмотрим, как она с этим совсем разберется, с кем она останется в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. Скоро увидимся. Пока-пока.